Всем я, с вами Илья. Вы на канале Илья Геймс. Ой, сейчас. Я хотел... Фух, я просто хотел чихнуть, поэтому... В общем, сегодня у нас будет тест «Угадай бравлера по звуку ульты». То есть это когда... То есть, типа, это я накапливаю на ульту. Ну, когда я накапливаю, вы должны пока что... Вы должны просто закрыть уши и закрыть глаза и не подсматривать. И потом можете открыть уши, потом закрытыми глазами угадать, кто это. Я вам дам 10 секунд наугад. Ну что, закрывайте сейчас глаза, я сейчас выберу кого-то. Ой. Так, еще пока что не открывайте, не открывайте и не открывайте уши. Так, я накапливаю на ульту, на ульту. Так, можете открывать уши сейчас, но глаза еще держите и попробуйте угадать, кто это. Итак, я вам даю 10 секунд. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И это была Нани. И, кстати, я вам забыл сказать, всего будет 5 раундов. Тот, кто... сколько баллов вы наберете, напишите мне в комментариях. Ну, тот, кто угадал за угаданного бравлера, вы получите 1 очко. Так что тот, кто угадал Нани, молодец. И теперь следующий бравлер. Закрывайте уши и закрывайте глаза. Сейчас я кого-то выберу. Так, пока что не смотрите. Так. Уши не открывайте тоже. Так, быстренько. Накапливаем. Так. Давай. И готовьтесь. Так, даю на 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Это был тик. Тот, кто его угадал, молодец. Так, сейчас я выберу еще кого-то. Это уже... Ой. Так, вы снова закрываете глаза и закрываете уши. А я пока что подумаю, кого выбрать. Выберу, пожалуй... О! Так, пока что еще не открывайте уши, не открывайте глаза. 3, 2, 1, Так, я быстренько накапливаю на ульту. И готовьтесь. Открывайте уши, но глаза закрывайте. Turn it to max. Так, даю 10 секунд на угад. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это была Макс. Тот, кто угадал, совершенно молодец. Так, выбираю следующего бравлера. Возьму-ка я этого. Так, кстати, закройте уши и закройте глаза. Ещё держите руки закрытыми и глаза тоже. Всё, теперь можете угадывать, только уши можете открывать, а глаза ещё не, а глаза ещё оставлять закрытыми. Ну что ж. Так, даю 10 секунд. 1, 2, 3, 4,
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это был Дэрил. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, сейчас, я думаю, будет самое сложное. И я... Кстати, закрывайте уши и закрывайте глаза уже. Кого же мне выбрать? Пусть будет... этот. Say hello. Так. Держите уши закрытыми и всё. Так. Открывайте. Даю 10. Yes. Даю через 10 секунд открывайте глаза. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Это была Джесси. Ну что, тот, кто угадал все раунды, тот совершенно молодец. Ну что, на этом мы будем заканчивать видео. Всем пока!